я сильно независимая женщина. Беременный, ребята. Да, я беременный. Извините, просто беременный, чел. Я беременный. Я хотел давно об этом сказать. Просто, ну, все как-то, не знаю, не находил время подходящее для этого. Вот я такой человек, да, мыслей у меня всегда много, а правильно их сказать и выразить не всегда получается, да. А вот мыслей много, но выразить их правильно не всегда получается, да, и вот вообще почти не получается никогда. Привет, я беременна. Сегодня ожидается концептуально нормальный контент, и опять Майнкрафт. Сегодня Майнкрафт, потому что я беременный. Все беременные любят Майнкрафт, я майнкрафтер. Я беременный, брат, извини, я беременный сегодня. Не надо только хибербулит, а там оскорбление. Да, я беременный, такое бывает иногда в жизни, к сожалению, к счастью. Может быть, к счастью, может, к сожалению, но я беременный. Я беременный, я это не скрываю. Товарищи зрители, зяблики, любимые мои, дорогие девчонки, мальчишки, извините, я беременный. Я беременный. Я беременный, все, я в декрете. Здравствуйте, я беременная женщина. Ой, мужчина, в смысле. Мастер-контрабас. Это нормально. Что, создаем новое игровое пространство, по-быстрому начинаем по новой или что? Я просто, ну, не знаю. Вот мне сейчас опять то же самое, по сути, надо делать. Я уже все алмазы там, где я был, спиздил. Что, создаем новое, блин, игровое пространство, быстренько пробуем спидран делать или что? Вот, потому что я тут уже загадил все пространство, пробал все, вот. Ну, то есть алмазы нету больше. Я понял. Все, кто мне писали в Телеграме, что типа, если поставишь функцию, которая делает так, чтобы не выпадали шмотки, если я типа поставлю, то я пи***р. Ну, я послушался вас, я поставил. Вы, в смысле, не поставил. Так, новый мир как-то назовем нормально, нормальным языком назовем, чтобы он был... Как корабль назовешь, так он и поплывет. Новый мир назовешь, назвать красиво надо, Денчик, вот. Так, сложность, как обычно, сложная, конечно же, вот, самая сложная. Хорошо, хорошо, да, спасибо. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Майнкрафт лучше любой доты. Дота для удота. Если пацан играет доту, то он уже не пацан, вот, а тряпка. Дело, привет, придурок. Ну что, как ты раз, ты снова создаешь новый мир. И главное, зачем? Зачем у тебя было дохуя ресурсов? Не было мне нихуя. Ты все поебал опять? Ну вот и как тебя не называть дебилом? Овощи базы Самарская. Блять, ты прав. Твою мать, у меня же там стержни, сука. Дент внутримышечно, делься внутривенно, дент внутримышечно, дент внутримышечно, делься внутривенно, дент мышечно, делься внутривенно, дент внутримышечно, делься внутривенно, дент внутримышечно, делься внутривенно, дент внутримышечно, делься внутривенно, дент внутримышечно, делься внутривенно. Здорово, Валера. Айда, ко мне. Ребята, самогон пить. Адрес Смышляевка, улица Чапаева, Г. Я понял, сейчас. Ну не хочу, я не пью. Так, ладно, я понял, да, действительно, вы правильно сказали. Я не буду новый мир создавать, потому что у меня так много ресурсов. Ну, как бы, да, относительно. Но не тех, которые must have, а те, которые потом понадобятся. Поэтому я сейчас иду домой к себе, от того дома буду делать раскопки. Долбоёб, сука. Рот закрой. Чел, короче, ну, пердеть начал. Его с этого самолета, ну, высадили. Дедучка, приветик.
Скажи, через сколько зайти, чтобы увидеть финал. Точка, а то как не зайду, вечно новый мир. Точка, м. Это когда дракона мир. Убивать будем, м. Через сколько сейчас, зайти на финал? Скоро. Когда полчаса. Финал будет? Завершение когда? Я понял, я понимаю, о чем ты говоришь. Завершение, финал, да. Заткнись, пожалуйста. Заткнись сам там. Убери слово «финал» из названия. Да пошел ты нахуй. Да, Серег. Да. Кого? Болгарку? Аккумулятору? Не, я тебе только проводную дам. Чё посуду не помыл? Ням-ням. Нет, сейчас, отошел, ребят, я быстренько на... новый мир создам. Серёга, я сам. Болгарку дай. А стержни то в старом мире остались. Сейчас. Стержни сейчас, есть. Ребят. Сейчас. Ой, стержни. Сережка звонит. Тихо, ладно, тихо. Ребят. Молчи. Ням-ням-ням. Завтра точно финал. Все, я сказал. Ням-ням-ням, ребят, сегодня точно финалочка. Все рейд-боссы будут попущены. Есть, Антон. Твердо и четко. Ням-ням-ням. Ой, упал. Ой. Взорвался, ой, утонул, чё-то я так устал. Ой. Ладно, ребят, завтра точно финалочка, ням-ням-ням. Гангста стайл! Я не мужчина! Как это надо? Сюда. Я не мужчина! Сюда. Дедушка, спасибо за стрим. Могу мыть посуду только под твои стримы, иначе да. Очень скучно. Спасибо. Пососать не хочешь? Спасибо. Я хочу женщину, чтобы она мыла посуду, а не, блядь, я. Заткнись, а. Деда. Да. Хай. Я тут ебнулся на фоне твоих стримов и тоже скачал Майком в 3 дня назад. О. Так вот, я так уже... Так вот, прошел, наверное, да? 2 раза уже его, долбёк. Иди ты нахуй. А у тебя как дела? Как дела, да? Иди ты знаешь куда. Шел 3-0 год, люди колонизировали другие планеты, а на канале GladValaka с очередной финал прохождения Майнкрафта, а у Трича 69.7 нарезка попусков деда. Пара-па-па-па, пошел ты нахуй. А ты, пацанчик, ванус подолбился. Ты, пацанчик, член вчера соса. Интересно, а Плющенко в курсе, что я на нем целое состояние поднял? Пошел он нахуй. А, ты женский эксперимент. Я понял, эксперимент хороший проводишь. Дед, я с Нижневартовска. Ты охуел? Это город воинской славы. Извинись немедленно. Смысле, я чего оскорблял как-то? Слышишь, родной? Я сейчас в Нижневартовске. Я не знаю, в каком ты именно живешь, но я сейчас вот, я в Нижневартовске нахожусь. Дед, какой у тебя план сейчас? Прям расскажи план до убийства дракона. Значит, смотря. Сейчас мне надо алмазы. Вот, алмазы. По сути, это и золото. И все, мне осталось алмазы и золото, все. Меч где, сука? слэш, обратный слэш. Так, тупичок. Ничего не... А чё вы смеетесь? Ну, серьезно, чё вы в чате смеетесь? Чё смеемся, дебилы? Не, ну, объясните мне, чё смешно? Просто повсюду металл. Металлобаза, чувак. А где он? Сука, золотился. Тихо! Металлоприемка? В смысле, я попал на завод Тойоты? На металлобазу? Чел. А, ты имеешь в виду Джулия Чавчева? А это чё? Ух ты, это чё? Целый блок металла? Я впервые такое вижу, просто. Смотри, чел амунирован. Жестко. Каменный чел, смотря. Каменный воин, рыцарь, джаз. Смотря.
утро поехал на ламоду, забрал подарок для жены, затем помыл полы, посуду, погладил вещи, стол накрыл. Зашел в гараж, включил паток. Теперь я воин и мужчина. Есть теперь контакт. Я мужество оплот. Есть контакт. Дальше что было? Дала хоть или нет? Или так вот, как обычно бы подрочил и все, да? Или все-таки дала? За подарки-то должна же дать, правильно? А? Да, не зря меня погоняла пожилая гусеница. Итак, смотри, куда яндель хует. Ой. Мама, папа хуярится. Мама! Вон они. Валера, хай. Да, хай. А как ты в Древнем Риме оказался? Типа ты там императором был, что ли? Да. Я в шоке. Это же твое изображение https://ip.ch/z4. Посмотри, пожалуйста, и дай комментарий. Все ученые в шоке. А, я тебе палка бью, сори. Я даун. Вот это я лох, сука. Пацаны, дайте мне пусто. Я отсосал хуй. Мама, я хуй сосал. О! Боже. Вы умерли. Да. Вы умерли. Да. Вы умерли. Умер, да. Вы умерли. Да. Вы умерли. Да. Вы умерли. Полностью. Вы умерли. Вы умерли. Да, да, вы да, умерли. Ты правильно вы подметил, умерли. Чел умер, да. Это я, да. Я, это я, настоящий. Это я, действительно, ты прав. Это я. Я даже хуй знает, как помочь ему. Я такой впервые в жизни вижу. Ну, это проклятая карта. Начинай новую хули. Ну, как так слабо-то можно играть? Если б ты 10 стримов просто жопой по клаве прыгал, и то уже прошел бы. Сейчас, ребят, быстренько заберу лут ггг. Ты понимаешь, я прошел игру, но умер. Типа в конце, на финале. На финальной прямой у дракона в ног упал. Прям вот так. Дракон стоит, и я падаю. Просто увидел, упал. Сука, я забыл, куда идти, потому что я беременный. Как же беременность влияет-то на меня, а? Сука, как же тяжело быть беременной. Где дырка, в которой человек входил? Это все-таки правда, да. Что ты все это время был женщиной? Я беременный. Теперь все сходятся. Нет, я беременный. Ну не может просто. Мужик так слабо может, играть. Может, беременный. Беременный все может. Тебе просто не понять, как это быть беременным. Ты никогда не был беременной. Вот я беременна сегодня. Ты не беременна ни капли. А я беременна 100%. Подтверждение беременности 100%. Я тебе серьезно говорю, чел забеременел. Есть, я умер. Ты раз одно и то же. Наворовался. Помер и 6 часов ищет выпавший лут, который есть. Давно исчез. Исчез ты, а я здесь. Привет, дебил. Все, хватит тут капаться. Начинай новую карту. Никуда не спеши. Играй с умом. Залутался, вернулся, вещи оставил. Не злись, главные ошибки делают нас сильнее. Ты понимаешь, что я нашел стержни? Стержни нашел, человек нашел. Я был в аду, я был везде, но умер от скелета. Щиты включать я не буду, потому что я не беременный. В смысле, я беременный, но щиты беременные не используют. Докажи, что ты лучше обезьян. Я уже говорил тебе, что такое безумие. А безумие...
Это точное повторение одного и того же действия раз за разом. Надежды на изменения — это и есть безумие. Лодочка, это безумная женщина? Давай с этого начнем. Она безумная? Или нет? Как ты думаешь? Если она мне каждый день одну и ту же фотку интимную скидывает, одну и ту же. Это безумие? Как ты думаешь, чел? Цигель-цигель, алю-лю, все. Я умер. Это Брэд. Ну нет, не Брэд. Чела нет. Спасибо, здравствуйте. Ой, что ты сделал, сын мамы? Не, я сделал то, что я сделал. Понял, иди нахуй. О, придурочный. Не, подожди. Не надо так говорить. Чтобы убить дракона, достаточно железного сета, лука и стрел. Тебе не нужны алмазы. Просто убивай эндеров. И не забывай, что ты можешь ставить кровать и точку респавна где угодно, чтобы не бегать далеко. Есть контакт. Мы наблюдаем за приматом в дикой природе, его зовут Самарский Крылажу, сейчас он собирает дерево рукой. Чел рукой бьет дерево во приматы. Не видишь, у меня в руке топор деревянный? Деревянным топором деревянное дерево. Ну, и чё? В чем логика? Действительно. А беременность, наверное, все влияет на меня так. Я беременна, да, это факт, по мне видно. Я беременная женщина, в смысле мужчина. Я понимаю, что вам надоело надо смотреть. Мне тоже надоело в это играть. Но я беременный. Вот и думай. Я хочу это пройти. Ну мне кровать, понимаешь? Я хочу пройти, но не могу! Падла! Кричу привет от беременной женщины. Сам сказал. Зафиксировано. Я не виноват, что меня убил моб. Ладно, мне похуй. Хорошо, ладно. Я понял, беременный выходит. Как-нибудь пройду так, чтобы никто не видел. Чтобы никто не видел. Да. Я пройду, но не сейчас. Я беременный, мне тяжело играть в эту игру, когда беременный, понимаешь? Жесть.